А нынче мы проехали дальние зарубежья здесь. И вот сегодня, сегодня 17 число июля 2013 года, сегодня вторник, кажется, так? Нет, четверг. Сегодня среда. Среда. Среда сегодня, да. Догоняем. Вот. Ну, мы ночевали тут на выходе из города. Неудача была, там машина застряла, вытаскивали пока. Вот приехали, это библиотека с 10. Я говорю, что же делать, ребята? Первым делом давайте помолимся. Мы Богу расскажем о нашей нужде, Господь что-то усмотрит. Мы так делали. Дальше мы позавтракали. Я говорю, давайте сейчас искать среди людей. Может, соседи знают, не знают? Можем в милицию обратиться, но там опасно. Один раз начали нас проверять, они проверили, нормально, но время отняли. Нам нельзя время терять. Нам нужно сейчас скорее... Вы не рады будете, чтобы в милицию обратились? Да, да, Махачкала, значит, а теперь у нас Буйнакск, там где нужно Хасавюр зайти, а в Грозном мы уже были. И проходим теперь до Пятигорска, и теперь на Ставрополе и в Ростове у нас наша ставка, и поворачиваем уже домой. И вдруг, а если ничего нет, в администрацию города, и вдруг подходит вот Алевтина, магазин рядом, прямо рядом с аптекой. И дальше, услышь, как ты нас узнала, то что мы ищем? Мне сказали. А кто? Одна женщина. Женщина, мы обращались тут, которая подметает. Ну, она мне знает, и поэтому пришла, и вот. Мне сказала. И она сама подошла к нам к машине и говорит, может быть, оставите в магазине. У нас было, мы оставляли, но чтобы сама подошла, это первый раз за 360 городов, это первый человек. Это первый, это вас Бог так свел, любовью Христовой. И она подходит, мы согласились, я написал бумагу, нам вышли, нам скорее нужно теперь Махачкала. Успеть. И Хасавюр. А дальше у нас всего три экземпляра только. И дальше мы уже уходим. Благословен Господь. Не надо никаких денег. Я от себя куплю. Не надо. Возьмите еще чуть-чуть. Совсем как-то никак уже. Как? Проходите. Так, четыре человека. Пройдите. Пустите молоко. Проходите, парень. Проходите, что вы будете. А сыр будет? У нас в Дагестане персики есть. Сейчас самый сезон. Мы знать не знали ничего, приехали в Каспийск. А теперь мы знаем, что тут наши друзья живут. Я решила еще навешать сыр, и смотри, хлеба сколько дали. Так, ты визитку дала? Нет? Я их дам сейчас. Нет, не давал. А, вот помидоры взвесила? Ой-ой-ой, нет, это много для нас. Не-не-не, возьмите, вы далеко едете. Ну да, да. Вы знаете, у нас может пропасть даже. Отрежьте, пожалуйста, да. У нас холодильника нету в машине. Так, это, если можно, то. А он твердый, есть мягкий, свежий, он быстро пропадает. А есть твердый. Вот это вот наша визитка. Да, визитка наша. Там телефон и все. Ой, прекрасная визитка. Это в сентябре только я дома буду. Ага. Подождите, а эта бумажка где? А вот она на помидорах. Ага. Так, это. Своей подруге отдадите. Ага, хорошо. Вот так. А это директору. Угу. Директору. Спасибо. Так. Простите, пожалуйста. Понимаете, даже неудобно было. Да, ну прям. Спаси Христос, вас Господь послал. Помятку, чтобы такие люди кушали, это вообще позор. А воды, вода есть у вас? Вода есть. Все есть у нас. Это горную воду дать? Вода есть. Вот это у нас хватает? Горную воду дать. Хватает. Так, а набрать, не, у нас две вот такие, набрать можно? Набрать воды. Набрать воды. Это что, без денег набрать воды? У нас не хорошая, мутная вода. Мы ее не пьем. Вот ну тогда можно взять будет. Так, я сейчас отнесу и зайду. Это вот эту мы пьем воду. Если вам просто...